Работа вовсю кипит. Нижнекамская набережная с каждым днем приобретает новый вид. Однако по плану все уже должно было быть закончено. Дата сдачи – 1 июля. К сроку не успели, но горожан это особо не тревожит, ведь даже погода к пляжному сезону не готова. Ну, нынче, в общем-то, и погода не позволяет. Если так равнодушно, меня лично воду не тянет. В том году тянуло, а нынче нет. Надеемся, что все равно закончит и будет все прекрасно. Тем более в этом году лето позволяет немножко обходиться без пляжа. А здесь нормально. Зато на следующий год будет. План, схему считал. До 1 июля они готовы все сдать. Я, похоже, на следующий год, наверное, только будет готово. Пляж, как всегда, не видно, не готов еще. Охота была на пляже погазовать, искупаться. Вся набережная будет оформлена в одной тематике – морской. Уже видны очертания. Детские площадки в виде кораблей, дорожка и забор, словно волны. Уютные кафе ждут своих посетителей. Работы завершены примерно на 80%. Осталось немного – довести песок, привести в порядок все зоны и закончить установку всех архитектурных форм. Нижнекамцам придется потерпеть еще. Ну а пока можно полюбоваться красотой природы и посмотреть на поющий фонтан. Его уже установили и запустили. Специалисты обещают поторопиться. Рабочим мешает плохая погода. При ясном небе все было бы сделано гораздо быстрее. Открытие пока переносится на середину июля. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».